Новое лицо старой Самары. Как будет выглядеть областная столица в ближайшем будущем, горожанам рассказывают в рамках проекта «На связи с губернатором». На Самарской набережной установлены информационные стенды с подробной информацией о планах по развитию города. Особый интерес у самарской молодежи вызывают инновационные проекты. Мне особенно интересно развитие вот Гагарин-центра, потому что Самара космическая, Самара, которая строит технику, развивает вот это направление, очень интересно на сегодняшний день, по крайней мере, мне. Вот. И, естественно, как молодому человеку, мне интересно жилищное строительство. Хоть и смотрю местные новости, но о них упоминания я что-то не слышал. Гагарин-центр, интересно, что из этого будет и где он тем более расположится. Сколько в областной столице будет построено нового жилья, какие памятники появятся. Также на информационных площадках все желающие могут узнать о строительстве метро и новых транспортных развязках. Сейчас мы подошли к такому периоду, когда мы можем знакомиться с людьми буквально на улице, слушать их мнение, передавать его администрации города и каким-то образом влиять на данный процесс. Каждый хочет участвовать в создании нового будущего для нашей родной Самары. Информационные площадки будут работать на Самарской набережной и в крупных торговых центрах города до конца сентября. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События.